Пользователь Алексей под псевдонимом Лада33 в своем микроблоге предложил журналистам спуститься по лестнице к вокзалу. Того, кто спустится, не подскользнувшись, Алексей обещает угостить коньяком. Почему именно журналистам последовало такое предложение? Видимо, Алексей считает, что они пишут и говорят не о том. Виктория Дерипаска сообщает о продолжении 14-го городского краеведческого конкурса «Знай и люби, родной Владимир». Более подробную информацию можно узнать на сайте городской администрации. Его вы видите на своих экранах. Проректор ВЛГУ Александр Ведехин в своем твиттере напомнил, что для желающих принять участие в крещенских купаниях будет организован автобус до озера Глубокое и обратно. Старт в 22:30 от главного корпуса университета. Пользователь под псевдонимом Энни Мун интересуется, где можно приобрести старые газеты советского или перестроечного периода, а также иностранную прессу. Так что маячок тем, у кого завалялась старая макулатура, девушка готова ее забрать. Попугай управления по делам молодежи администрации города по кличке Пятница раскрывает секреты дня студента на катке «Лыбедь». Именно там будут выбирать короля и королеву льда. Также девушки могут не тратить свое драгоценное время на макияж. На катке вам бесплатно нарисуют праздничный аквагрим. К рубрике «Один день». Ксения Попова напомнила о том, что сегодня Россия отмечает 70-летие со времени прорыва блокады Ленинграда. А Кирилл Николенко сообщил, что 18 января в 1898 году родился наш земляк, поэт Александр Безыменский. Его именем названа одна из улиц нашего города. На этом у меня все. Вам хороших выходных и не забывайте читать нас в Твиттере.